Сотрудничество с экспертами в урбанистике из Российской Федерации началось в 2020 году, когда после рабочего визита в Санкт-Петербург мы договорились обмениваться опытом и перенимать лучшие практики. Коллеги из России вместе с нашими специалистами трудились над разработкой стратегии развития муниципия Кишинев. Она станет основой документов, которые будут разработаны для развития и модернизации столицы. В ближайшее время проект будет представлен для обсуждения. После этого мы предлагаем разработать градостроительный план. Ион Чибан отметил значимость и пользу подобного мероприятия, подчеркнув, что студентов и преподавателей факультета урбанистики и архитектуры Технического университета заинтересовал практический опыт Санкт-Петербургского научно-исследовательского проектного центра. Юрий Бакей ознакомил собравшихся с генеральным планом. Санкт-Петербурга был выбран объект для возрождения в рамках проекта «Агора». Это национальный центр творчества «Бучумул». Ион Чибан отметил, что этот объект важен для муниципалитета, потому что расположен в центре Кишинева и нуждается в восстановлении.